Всем привет! И сегодня мы продолжаем вот открывать сундук. Вот, как вы видите, это мой второй аккаунт. Вот, тут прокачка так себе, фаербол третий, но вот четвертый, это полная разница, пека пятого. Вот. Денег у меня немного, просто я вчера случайно, вот, последний бой, вот вы видите, он сливальщик попался мне. Можем посмотреть, вон, уже сливается, видно. Уже на пятой, вот вчера был на шестой. Вот, и я, вчера мне с него выпало этот сундук. Я очень удивился. Сейчас продонатим, посмотрим. Ну вот, как видите, видите, клан сундук идет. Вот. Давайте. Так, 2359 золота. 20 тесл, 1 голем, 337 рыцаря, 7 водных бочек, это уже 8 эпических. Сейчас легендарка! Легендарка! Кладбище! Кладбище, нифига себе! Я думал, мне ничего не выпадет, а мне выпало кладбище. По-моему, это самая лучшая легендарка. Воу! Это да. Големчик. Големчик. О, голем у меня второго уже было. Чё мне выпало? 7 чего-то эпического. 7 гоблинских бочек, да? А, да. Давайте хапнем. Гоблинская бочка третьего. Не даю взять за место. Давайте за место. Не-не-не, подрывник нужен. Давай за место молнии. И кладбище возьмем за место гиганта. Ну, вообще, охренеть. Кладбище. Еще, блин, я думаю, мне ничего не выпадет. Потому что я видел другие видео, где ничего не выпадало. Вообще там говно полное. А мне выпало, блин, легендарка. Это вообще везение ультра. Ну ладно, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока-пока всем.